Итак, 14 марта 2014 года, 14:30, разместил сегодня утром на сайте «Мобильный репортер» акустическая левитация от Иванова Юрия Николаевича, ритмодинамика. Нарезка эфира с проведением эксперимента по акустической левитации. Значит, 8 человек-модераторов просмотрело данный сюжет. На почту пришло сообщение: ваш сюжет удален, ваш репортаж акустической левитации удалена. Так, обновим страничку, посмотрим. Да, удален. Посмотрим, а что же мобильный репортер нам представляет, предлагает. Авария. Сожгли машину. Избили таксиста. Авария. Эвакуация. Пожар. Зато прошел вот флешмоб: докажи, что ты не тряпка. Люди отжимаются на кухнях, и это вот нормально. А вот сюжет про левитацию, он модерацию не прошел. Вот таким вот образом на центральных телеканалах и происходит модерация информационного поля, который попадает в мозги граждан. А мы потом удивляемся, почему общество такое какое-то вот, вот где находится цензурируемые, то есть цензоры, дорогие друзья. Пока стоп снято. Выводы делать вам. Все, по-моему, понятно. Перевернулась фура. Мужчина погиб. Вот что интересует мобильного репортера. Деградация населения. Вот что делают. Причем разместил материал про Шкондина, а модераторы даже не сумели понять, в чем там новизна. Это вот интеллектуальный уровень тех людей, которые сидят на модерации. Стоп, снято.